микрорайоне Победы по инвестиционному договору строится детский сад на 125 мест. Объект готов на 80%. Стройка идет ударными темпами. Строители уверяют, к началу нового учебного года здесь зазвенит детский смех. На строительном объекте побывала Екатерина Клемишева. Если раньше самым главным было построить жилье, то сейчас без инфраструктуры, школ, детских садов в новые дома никто не переедет. Жизнь вокруг дома должна быть комфортной. В микрорайоне Победа к этому стремятся. Тут строится важный городской социальный объект – новый детский сад с символическим названием «Ласточка». Его открытие с нетерпением ждет большое количество и взрослых, и маленьких жителей Лобни. Мы очень рады, что у нас строится сад, и, надеюсь, к сентябрю он запустится. У нас есть близлежащие садики, которые переполнены. Если у нас будет рядом детский садик «Ласточка», то нам идти 5 минут, да, а вести маленького ребенка, которому только-только исполнилось 3 года, в другой конец города полчаса минимум. О ходе строительства детского сада застройщик регулярно отчитывался на сайте микрорайона. В специальном разделе размещались фотографии с описанием проделанных за каждый месяц работ. Там можно проследить, как на пустынном поле выросло трехэтажное здание. Сначала заливался фундамент, один за другим возводились этажи, затем строители приступили к утеплению фасада, установке стеклопакетов. Недавно завершилась облицовка здания. Детский сад сменил серый бетонный цвет на яркую фасадную плитку. Все наши материалы, которые здесь используются, самые современные, фасадная система, значит, из керамического гранита. Здесь предусмотрен лифт специальный для подъема пищи. Все самое современное и качественное. Детский сад построен. Осталось завершить внутренние отделочные работы. В здании уже монтируют видеонаблюдение системы пожарного оповещения. Каждый четверг в рамках строительного дня глава города Евгений Смышляев объезжает ключевые стройки. Первым пунктом в этом списке, как правило, стоит новый детский сад «Ласточка». За последние где-то 4-5 месяцев был сделан действительно ударный темп, и мы сейчас выходим даже на опережение планируемых сроков сдачи объекта. Если мы планировали сдавать к сентябрю, то сейчас, в принципе, завершение основных строительных работ мы планируем к июлю месяцу. В «Ласточке» будет 6 групп. Просторные музыкальные и спортивные залы, компьютерный класс на 15 человек, медицинский блок, кабинет психолога, релаксации, помещение для индивидуальных занятий, прачечная. На днях в пищеблок планируется поставка оборудования. Заведующая Оксана Горелова настояла, чтобы каждый этаж был выкрашен в определенный цвет. Первый этаж – это как трава, да, и второй – это у нас получается небо голубой, и последний этаж – это солнце, желтые какие-то цвета. У нас и лестница там такой оранжевый цвет будет, ну, то есть такое все жизнерадостное будет. Сейчас на объекте трудится порядка 40 человек. Параллельно с отделочными работами идет процесс благоустройства прогулочных зон и прилегающей территории. А в управлении образования с понедельника начался прием детей в новый детский сад «Ласточка». Екатерина Клемишева, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков. Телекомпания «Лобня».